Приветствую вас. Смотрите, какая получается штука. Вы пишете, что раньше у вас были ссоры, из-за которых вы могли не разговаривать пару дней. В общем-то, это говорит о наличии между вами проблем, определенных проблем, которые, судя по тому, что вы описываете, не решены до сих пор. Это говорит об отсутствии доверия между вами. Это говорит об отсутствии расхождения, о наличии, точнее, расхождения у вас во взглядах. Ну, во взглядах на те или иные ситуации, те или иные позиции и так далее. И я полагаю, что справедливо будет, если вы для себя как-то вот эти моменты все-таки выделите, потому что в разногласиях участвовал не только он, но и вы, и вашу субъективную сторону этих самых разногласий можно и нужно выявлять и корректировать. Это первое. Второе. Вы ничем человеку помочь не можете, не сможете, потому что он, извините, пребывает в состоянии, которое можно назвать депрессией, можно назвать как-то еще, разницы там особо нет. Важно понимать другое, что это состояние чисто его проблема, и оно не должно отражаться, это состояние, на, ну, скажем, детях, к примеру. Это состояние не должно отражаться на детях, в принципе. Вот. Это нужно учитывать. Это нужно учитывать, значит, при формировании своего отношения к нему. Вот. Это такая история. Значит, помочь ему, помочь человеку, вы не можете ничем. Потому что это его проблема, и, собственно говоря, значит, с своей проблемой он должен справиться сам. Вот. Он должен справиться с ней сам. Вот. Ну, а ему нужно просто сказать, что как обстоят дела сейчас. Категорически не устраивает. Вот. Понимаете? Вы же молчите. Вы не молчите, вы ничего не говорите, вы же как бы никак не выражаете своего, к примеру, да, негатива. Момент какой здесь. Вот. А вот, в принципе, такая история. И, соответственно, все. То есть тут больше, понимаете, больше добавить особо нечего.
потому что слишком, слишком мало информации. Ну, для нас слишком мало информации. Понимаете, какая штука. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду вам рад помочь. Вот. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.